Легко и с большим азартом юные спортсмены проезжают ямы, кочки и контур-уклоны на памп-треке. Любители покататься на самокате и велосипеде приехали в Пушкино со всего округа, а также из Москвы и разных городов Московской области. Все они участники Кубка акварели по памп-треку. Я участвую уже второй год. В том году занял третье место. Надеюсь, сегодня на первое, на второе. Соревнования классные. Буду ездить еще. Я приехал первый раз за компанию с сыном. Он немного увлекся и катается так чуть на BMX. Решил тоже с ним за компанию поучаствовать. Очень понравилось, весело. Хороший такой компактный памп-трек. Интересно. Соревнования вообще отличные. В каких категориях участвовал? В самокат 6+, и в BMX 6+. Какие места занял? Третий и второй. Кто тебя учит заниматься, кататься? Я сам. Участие приняли порядка 35 человек. Было несколько возрастных категорий – 6+, 14+ и 18+, а также три дисциплины – самокат и велосипед МТБ и BMX. Уже третий год Кубок организовывает сообщество «Велопушкино» при поддержке ТРЦ «Акварель» и планирует провести соревнования еще раз осенью. Все проехали довольно стабильно, хорошо. Особенно порадовала младшая категория, которая прям внушает надежды, прям юные спортсмены. Участникам, которые заняли призовые места, вручили кубки и грамоты. Евгения Коломиец, Яков Глейзер, новости Большого округа.